завершилось первенство Московской области по тайскому боксу. Воспитанники Одинцовской спортшколы по спортивным единоборствам заняли второе место в общекомандном зачете. Радомир Сербин, Ярослав Сербин, Егор Коваль, Максим Берестов заняли первые места. Сергей Лепский и Святослав Бублей завоевали вторые места. Денис Берестов занял третье место. Ребята привезли медали, грамоты и кубки соревнований.